самом деле многие выбирают именно офлайн. Педагог ездит к ребятам, или же наоборот, ребята к педагогу. Но здесь есть огромные минусы. В чем? В том, что, во-первых, у вас есть ограничения в местоположении. Да? Вот вы работаете в своем регионе, и зависит только об этом. Плюс ко всему вы тратите время на дорогу. Час туда, час обратно. То же самое родители тратят на это время. И за все еще берете, ну, не знаю, допустим, 500 рублей. Гораздо выгоднее становиться онлайн-репетитором. Здесь есть множество преимуществ. Это свобода выбора местоположения. Вы не тратите время на дорогу. Вы выбираете, с кем хотите работать, с кем нет. В онлайне проще отказать, чем офлайн. Можете отправиться вообще в путешествие, или ваши родители могут путешествовать. Но на самом деле здесь есть камни преткновения, подводные камни.